самый крупный представитель семейства псовых в Южной Америке, гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он, скорее, похож на крупную лисицу на высоких, стройных ногах, чем на волка. Несмотря на внешнее сходство с лисицами, гривистый волк не является их близким родственником. В частности, у него отсутствует характерный для лисих вертикальный зрачок. Его родство с родом фолклендской лисицы также оказалось спорным. Видимо, он является реликтовым видом, пережившим вымирание крупных южноамериканских псовых в конце плейстоцена. Вес самого крупного из них пульпе, или большого зорро, может достигать 13 килограмм.